Добрый день, друзья! Здравствуйте, гости моего канала! Проходите! Сегодня у нас очень бюджетное, экономное, недорогое блюдо. Куриные потроха, желудочки. Сейчас я их все переберу, помою, приготовлю и дальше их будем готовить. Также капуста. Ну, капуста у меня замороженная. Сейчас я ее тоже облагорожу всю. И из нее получается точно так же вкусно, как будто бы она не была и мороженой. Кетчуп с базиликом, который мы с вами вместе готовили. Очень вкусный соус. Приправы различные. Универсальная. Перчик черный молотый. Короче, для мяса. И соль. Все, что нам нужно, еще соевый соус. Остальное наши руки. И мы готовим. Давайте, друзья, будем готовить. Перемыла желудочки. И мне нравится, что они так обработаны, чистенько, хорошо. Ничего здесь лишнего нет. Все я перебрала, подготовила. И сразу будем все перчить, солить, все специи засыпать, чтобы у нас сразу же, когда будет готовиться, жариться, тушиться, чтобы все пропиталось этими специями. Пол чайной ложки, килограмм у меня здесь желудков. Пол чайной ложки перец черный молотый. Универсальная приправа. Подходит к любому мясу. Чайная ложка. Аджика сухая. Тоже чайная ложка. Еще у меня к мясу приправа, тоже чайная ложка. И нужно посолить. Это все, друзья, по вкусу. Такие вы любите специи. Добавляем сюда соевый соус. Ложки 3 столовых соевого соуса и растительное масло. Тоже 3 ложки. Все это хорошо перемешиваем. Так, прошло наше время, 20 минут. Я поставлю сковородку. У меня вот такой жир. Это здесь, когда я готовлю куриц домашних, уток, они жирные. Я это все перетапливаю. А вы можете готовить на растительном масле. И высыпаем наши желудки. Накрываем крышкой. Убавляем огонь. И пусть это тушится. Нарезаем лук полукольцами. Морковь нарезаю фигурным ножом на такие вот колечки. Капусту я подготовила. Она у меня мерзлая. Еще вот осталась маленькая. Я ее сейчас нарезать не буду. Я ее буду прям нарезать перед тем, как мне ее закладывать, готовить. Не надо нам, чтобы она отходила. И всегда, когда приносите из заморозки какие-то овощи, их нужно сразу бросать в горячую воду, чтобы это сразу закипело. И тогда это будет все как свежее. Желудочки почти готовы. Сейчас я добавляю сюда лук. Лук стал прозрачный. Пошел уже аромат. Добавляем нашу морковочку. И пусть морковочка немножко дойдет.
А мы этим временем будем нарезать капусту. Очень хорошо нарезается. Мне очень нравится готовить из замороженной. Добавляем капусту. Из своих заготовочек я открыла цветную капусту. Это очень вкусно. Потрясающая заготовка. Очень вкусный салат. Если кто не готовил, посмотрите у меня по ссылке. Сделайте такую заготовку. Вы никогда не пожалеете. Это очень вкусно. Она в остро-сладкой заливке. И я ее хочу добавить сюда. Капусту. Здесь и перчик, помидоры. Также я свои заготовочки открыла. Кетчуп с базиликом приготовленный. И я хочу сюда добавить. Вы, друзья, в капусту добавляете томатную пасту, соус, кетчуп, что хотите. Сейчас все это перемешиваем. И нужно попробовать нам на соль. Поверьте, такая капуста даже на праздничном столе улетит в первую очередь. Это очень вкусно. Я ее тушу с потрошками. Можно ее протушить с мясом. Я попробовала, и мне нужно досолить немного соли. Вы делаете по своему вкусу, друзья. И немного мне нужно еще поперчить. Поэтому я добавляю молотый черный перец. Капуста готова. Это такой аромат. Поверьте, на столе не остается от такой капусты ни крошки. Отварила картошечку круглую. И так вот мы ее раскладем. Посмотрите, какое получилось нарядное, диетическое, очень вкусное блюдо. От этого блюда точно все будет в порядке с нашим весом на Новый год. И очень красиво. Вот такая красота. Готовьте, друзья. Но не забывайте про меня. Заходите ко мне на канал. Смотрите мои блюда. Я для вас стараюсь показать что-то интересное и вкусное. То, что мы уже пробовали, готовили.
Получилось очень ароматно и вкусно. За ваши лайки, за добрые комментарии. Я вам очень благодарна. И вас я жду к себе. Прожимайте на колокольчик, чтобы вам приходили извещения на мои следующие видео. Вот такое блюдо к праздничному столу. Нарядное, красивое, ароматное и вкусное. И у вас не останется ни одной крошки на столе. Все съедят.